перед объективом нашей камеры сегодня десктоп Acer Aspire M3802. Это универсальная станция с производительностью выше среднего, которая предусматривает возможности апгрейда. У Acer Aspire M3802 классический устойчивый корпус средних размеров с гладкими металлическими панелями. Передняя часть полностью глянцевая, с интересным узором, напоминающим соты. В верхней части она содержит две шахты для оптических приводов, в одной из которых уже размещен DVD-мультирекордер. Ниже расположен мультиформатный картридер. Интересно решены кнопки включения и вызова каретки оптического привода. Они сделаны из прозрачного затемненного пластика, через который видны внутренние металлические детали. Блок из интерфейсов USB и аудиоразъемов вынесен на крышку десктопа. Там же размещен специальный отсек для проводов. Вентиляционные решетки в этой модели расположены на правой и задней панелях. В комплекте с ПК идут черная клавиатура и мышь, также производство компании Acer. Внутри Acer Aspire M3802 установлен доступный, экономичный и относительно быстрый двухъядерный процессор Intel Pentium Dual Core i6300. Частотой 2,8 ГГц. Здесь 4 ГБ оперативной памяти и 640 ГБ на жестком диске. Видеокарта начальной ценовой категории – дискретная NVIDIA GeForce GT210 с 512 МБ собственной памяти. Картридер на передней панели понимает форматы SD, microSD, MMC, MS, MS Pro, XD и Compact Flash. Видеоразъемы с торца устройства представлены портами VGA, HDMI и DVI. 6 аудиоразъемов дают возможность подключить микрофон и пятиканальный звук. Кроме этого, задняя стенка содержит 6 USB интерфейсов, LAN, 6-пиновый FireWire, SPDIF и 2 разъема PS-NA2. На крышку также вынесены 4 USB разъема и гнезда для микрофона и наушников. На Acer Aspire M3802 установлена операционная система Linux. Пользователь же без труда поставит на эту станцию любую лицензионную ОС, которую посчитает нужным. Мы рекомендуем приобрести и установить Microsoft Windows 7 Home Premium. Она не только быстрая и удобная в работе с приложениями, но и позволяет подключить несколько мониторов одновременно, а также легко настроить локальную сеть. В целом, компьютер Acer Aspire M3802 является удачным представителем расширяемых домашних настольных станций. Плюс этого десктопа – большой жесткий диск и оперативная память. Данная конфигурация подойдет для обычных пользовательских задач – использования веб-приложений, прослушивания музыки и работы с офисными программами.